строящемся виадуке путепроводе через ЖД пути. Вот с этой стороны уже началась подготовка к работам. Сегодня 1 августа 2021 года. Сейчас пойдем на ту сторону, посмотрим, что сделано там. Наверное, будет вести работу вот в этом месте, над путями, так как нужно будет согласовывать все это железнодорожниками. На этой стороне уже обкапывают устроенные ранее буронабивные сваи, чтобы дальше делать вот такие колонны для опор будущего путепровода. Вот экскаватор обкапывает эти сваи. Затем сейчас посмотрим дальше. Вот торчит арматура, к которой будут приваривать далее каркас опор. Видна последовательность работ. Лишний бетон убирается. Затем вот такие каркасы связывают с торчащей арматурой. И далее вот такая опалубка круглая. Вот работает экскаватор. Обкапывает сваи. Хорошо видно последовательность. Сейчас пойдем дальше. Вот такие вот опалубки ставят. И вот уже видно готовые столбы. Покрывают смолой. И вот дальше будут такие колонны. Там, по-моему, две монолитные колонны уже сделали. Они, наверное, сушатся. Буровая стоит. Наверное, делают какую-то профилактику, я так понимаю. Бура нет. Либо будут уже перевозить ее на ту сторону. В общем, вот такой вот ход работ. Виадук будет расширен вот на это расстояние. Сейчас он вот такой. Пока все, но все, что нового произошло за эти 10 дней, по-моему. Сегодня 1 августа.